всех приветствую. Сегодня у меня 6С. Принесли с диагнозом, не включается. Вот, подсоединил к зарядке. Полчаса поставил телефон на зарядке и включился телефон, но нет подсветки дисплея. Как видите, звук iTunes. Если видно, выключаем телефон. Телефон принесли из другого сервиса. Я его уже разобрал, посмотрел, в чем проблема. Собрал, подзарядил, потому что села батарея. Нет заглушек на разъемы батареи и дисплейного модуля. Включаем. Как видите, появилось яблоко, подсветки нету. Итак, отстегиваем дисплейный модуль, поместил под микроскоп, сразу увидел проблему. Отстегиваем батарею, отстегиваем камеру. Яснее, чтобы она не мешалась, потому что проблемные катушки, которые сгорели, находятся под разъемом, точнее вблизи разъема камеры. Вот. Постараюсь показать по возможности, если будет видно. Вот она, та самая сгоревшая катушка. Вот, под микроскопом отлично видно. Здесь видно или нет, не знаю. Еще раз посмотрим. Да, видно вроде бы все. Как видите, она шатается. Правая ее часть вообще сгорела. Припой вылез наружу. Вот, ну с этой стороны она целая. Как видите, она шатается. Вот. Под ней стоит точно такая же, аналогичная. Вот сейчас мы ее, к сожалению, такой же катушки у меня нет. Мы сейчас поставим перемычку. Через пару дней у меня будет донор системной платы 6S обязательно. Сниму перемычку и поставлю нормальную катушку, вот такую. Это у меня рабочая системная плата, она на iCloud. Вот они, видите, да, две штуки стоят. Вот одна и вот вторая, которая у нас сгоревшая. Вот здесь она у меня целая, к сожалению, отсюда снять не могу, потому что системная плата рабочая. Вот. Естественно, они прозваниваются обе. Итак, очень мелкая работа. Буду делать под микроскопом. Тут, в принципе, сложного ничего нету. К сожалению, снять вряд ли получится это. Вот. Сниму эту катушку, поставлю перемычку и посмотрим, что получилось. Итак, друзья, все
все работает, подсветка в норме. Как видите, сделал то, о чем говорил, поставил перемычку, сейчас покажу поближе. Порядка минут 15-20 копался. Отключаем телефон. Снимал защитный силикон, который нанесен на айфонах шестых, на драйвера, компоненты в районе разъемов дисплейного модуля. Здесь вот видно, да? Вот она перемычка. Здесь вот был слой, все залито силиконом черным, вот этим вот. Легко снимается он, к счастью. Не такой твердый, как компаунд. Снять его можно аккуратно с помощью скальпеля. Вот. Вот она перемычка. Как я уже сказал, обязательно поставлю катушку, как только появится у меня системная плата, донор. Все отлично, вопрос решен. За эту работу мы берем 40 евро. Решайте таким же способом, если у вас та же проблема вдруг возникнет. Всем спасибо за внимание. Это был iPhone 6s, подсветка дисплея. Я Дов. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Всем удачи в ремонте, до новых встреч.